У Могилевской области появился первый трехтысячник. Переможное мяжи досягнул тандем комбайнеров Виктора Якутина и Кирилла Волкова с господарки Александрийская Шкловского района. Цікаво, что для помощника комбайнера Кирилла сёлетняя уборочная первая, тому радость от выников еще и особистая. Шкловский район может похвалиться доброй урожайностью около 50 центнеров с гектара, один из лепших выников в области. У целом на Могилевщине убрали амаль полову площу и намолотили около 500 000 тонн зерня. Ближайшие выходные обещают посприять протягу пленной працы, тому чекаем новых тысячных рекордов.